И в продолжение темы 4 июля в столице Верхневолжья прошло чествование выпускников школ Верхневолжья, получивших медаль за особые успехи в учении. Помимо обязательного торжественного концерта в областном драмтеатре, для них была организована еще и водная экскурсия вдоль главных набережных города. Екатерина Катышева с интересом разглядывает классические тверские и волжские пейзажи. Хотя, конечно, на самом деле все ее мысли о том, что прямо сейчас в ее жизни происходят огромные изменения. Одновременно и радостно, и волнительно, и страх неизвестности будущего, и как будто бы закрытый уже вот этот этап школьный. Покидать школу грустно. Екатерина планирует, отучившись в Нижнем Новгороде, вернуться в родную школу, чтобы преподавать там биологию. А вот ее землячка Мария Тавруева, наоборот, мечтает о долгих вахтах в далекой Сибири. Ведь она хочет стать специалистом по математическому моделированию нефтегазопроцессов. Непосредственно сначала это будет работа за компьютером, так скажем, потому что это как-никак непосредственно моделирование, а потом уже на места добычи нефти, скорее всего, придется выезжать. Но это не вижу ничего такого. Интересно знакомиться с людьми, узнать разные места, путешествовать по огромной России. Это классно. Глеб Зверев тоже вовсе не мечтает быть абстрактным менеджером, протирающим штаны в каком-то офисе. Выпускник Балаговского лицея хочет быть создателем чего-то конкретного. Планирую поступать в город Москву на инженерное направление. Мой выбор, наверное, относится к более старшему поколению, такое что-то инженерное, что-то, вероятно, либо строить, проектировать, что-нибудь такое. Глеб, как и все пассажиры этого теплохода, получил приглашение на торжественный концерт в Тверском драмтеатре не просто так. Все они являются золотыми медалистами, коих в этом году в нашей области 595 человек. Традиционно больше всего из Твери – 276 выпускников. Далее идут Вышневолоцкий городской округ, Кимры, Торжок, Конаковский район, Нелидовский городской округ и другие муниципалитеты. Всех их поздравил губернатор Игорь Рудыня. Ваши успехи – это предмет гордости не только ваших родителей и учителей, но и всего Верхневолжья. Каждый из вас добился серьезных результатов в учебе, общественной, научной деятельности, в творчестве и спорте. Вы подтвердили, что талантливый человек талантлив во всем. За вашими достижениями стоят огромное трудолюбие, упорство и настоящая увлеченность тем, что вы делаете. И, конечно, в этом большая заслуга ваших родителей и педагогов, которые все эти годы поддерживали вас, верили в вас и дали вам надежный багаж для будущего. Напомним, что в текущем году в Тверской области заканчивают обучение в школах 5444 человека. Из них 75 человек получили 100-бальный результат на ЕГЭ. Пятеро из них заработали 100-процентные показатели по двум предметам. Это выпускники школ Твери, Торопецкого района, Осташковского и Нелидовского городских округов. Причем один тверичанин набрал 100 баллов сразу по трем предметам.